маленький перерыв. Я просто вам хотел рассказать. Если кто-то из вас видел фильм по Василию Макаровичу Шукшину, «Позови меня вдаль светлую». Ну, когда унылые дети там ходят свататься, там выше. Помните, да? Ну, в общем, на такой малый детстве, позови меня вдаль светлую. И там, значит, сидит Федосеева Шукшина с сыном, ему лет 13. На баяне он учится, на аккордеоне играет. И, значит, каждый день ходит бухгалтер, бутылка шампанского, банка рыбных консервов, и вот как бы они пытаются наладить личную жизнь. А мальчика заставляет постоянно играть на баяне, на аккордеоне, ну, потому что дядя пришел, который, может быть, будет твоим папой. И тот уже такой со сатанелом садится такой, смешное сердце. Кубинская танка. Я бы не знал об этом. Смешное сердце. Я думал, клип надо сделать. Классно. Главное, что понятно, писать. У меня, кстати, есть отличный поинт. Зима, у Паламанова. Да, такого нет.